Письма Михаила Игнатенко. Октября 1943. Живу по-прежнему нормально. Пришлось поработать по ликвидации никопольской группировки. Сделал 25 вылетов. Не приходится жалеть снарядов, жмешь на все гашетки, поливая их гадов огнем смерти. В приказе главкома получил благодарность. Да, фашисты огрызлись, но участь гитлеровцев и здесь была уже решена. Треугольник, датированный 7 апреля 1944 года, принес такую строчку. Действовать будем в будущем по Крыму, а пока занимаемся. Нельзя было писать перед боем, что это будущее наступит завтра. Завтра армада железных птиц с красными звездочками на крыльях обрушит свой гнев на головы поработителей. И выкинет их из Крыма. Завтра, 8 апреля, упадет. И сгорит яркой звездой быстрокрылая птица Михаила Игнатенко, 25-летнего патриота. Среди всех пожелтевших от времени листков писем, в которых тяга к жизни и пожелание другим более счастливой жизни и народным телом, лежит листок шириной 8 и длиной 13 сантиметров. Ваш гвардии младший лейтенант Игнатенко Михаил Харитонович в бою за социалистическую родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был убит 8 апреля 1944 года. Похоронен. И следом письмо от командира. Извещение. Ваш гвардии младший лейтенант Игнатенко Михаил Харитонович в бою за социалистическую родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был убит 8 апреля 1944 года. Похоронен. Здравствуйте, товарищ Игнатенко. Получил я ваше письмо. На ранее присланные вами письма мы отвечали. Не знаю, почему до сего времени ответы не дошли. Ваш брат погиб, как указано в извещении, 8 апреля в Крымской операции при прорыве сильно укрепленной обороны противника. Враг долго закреплялся и хотел любой ценой удержать Крым. На материке шириной 2 километра стянул десятки зенитных батарей. И вот нашей авиации пришлось взламывать ворота на Крымский полуостров. При бомбежке и штурмовке перешейка Севаша Михаил Игнатенко был сбит. Самолет загорелся в воздухе, горящим врезался в землю на территории, занятой немцами, и сгорел. После взятия Севаша все трупы наших красноармейцев и офицеров были подобраны и похоронены в братской могиле. Установлен огромный памятник. Он стоит при въезде в Крым. Товарищ Игнатенко, если будете ехать в Крым, при переезде Севаша вы увидите этот памятник. Там и похоронен ваш брат. Товарищ Игнатенко, я как командир части потерял там много летчиков. Мне их всех жалко. Но Игнатенко, вашего брата, жалею больше всех. Я любил его за скромность, выдержку, за отличную технику пилотирования, за бесстрашие в бою. Когда товарищ Игнатенко не вернулся с задания, я заплакал. Я потерял одного из самых лучших летчиков. Мои летчики поклялись жестоко отомстить гитлеровцам за наших товарищей и товарища Игнатенко. Вечная слава и память товарищу Игнатенко.
павшим за свободу и независимость нашей Родины. Командир части, герой Советского Союза, гвардии майор Жихарев. 27.08.1944. В одном из писем Миша просил брата: «Придет весна, тополей посади вокруг огорода и дома, чтобы больше было зелени». У дома, куда приходили письма с фронта и куда не вернулся летчик Игнатенко, стоит высокий тополь. Как бы продолжая путь героя, он все тянется к небу, к мирному небу, и видит вокруг ту жизнь, о которой мечтал, которую желал людям Миша. Письма с фронта. Младшего лейтенанта Михаила Игнатенко, летчика-героя.